Всем привет! Honda Civic 2001 года выпуска, двигатель D17A. Хочу показать, где сливается тосол в этом двигателе. Место слива самого тосола. Появилась необходимость слить, и поэтому вот смотрите, сам двигатель, радиатор вот там вот. Опускаемся вниз. Я опускаюсь в яму. Опа! Так. И вот здесь вот, прям по центру автомобиля. Вот он. Вот центр и чуть-чуть левее, если по ходу движения. То есть не с краю радиатора, как обычно, ну, у других автомобилей, с одного угла или с другого угла, а именно по центру радиатора. Вот она, сливная пробка. Кстати, закручена очень плотно, придется плоскогубцы брать. Немножко плоскогубцами нажал, и она вот она легко пошла. Сейчас подставлю тазик, вот она, подставлю тазик и буду сливать.